McLaren F1, спроектированный Гордоном Мюрреем, являлся обладателем звания самого быстрого серийного автомобиля в мире на протяжении 7 лет. Есть машины и быстрее, но McLaren F1 до сих пор является быстрейшим безнадувным серийным автомобилем, развивающим скорость 386 км в час, зафиксированную 31 марта 1998 года. При весе всего в 1140 кг McLaren F1, оснащенный специально сконструированным 6,1-литровым V12 компании BMW, способен достигать скорости 386 км в час за счет выверенной аэродинамики и невероятного внимания к деталям. Учитывая отсутствие усилителя руля и тормозов, машина предъявляет повышенные требования к водителю, но и щедро вознаграждает его ни с чем не сравнимым удовольствием от вождения. McLaren F1 обладает набором уникальных характеристик, которые были введены для удобства водителя и ради увеличения производительности. Например, центральное расположение сидения водителя и моторный отсек облицованы золотой фольгой для распределения тепла. Всего было построено 64 автомобиля для эксплуатации на дорогах общего пользования, из-за чего цена автомобиля возросла вдвое по сравнению с оригинальной. Рокинг-Роу.
развернуто по ходу движения. Полоса шипами установлена. Нарушитель объехал полосу шипами. Ограниченная серия. Будет собрано всего 4 таких автомобиля, и каждый из них будет являться вершиной инженерной мысли Кёнигсегг. Объект
шипами не замедлила цель. Гранд Спорт без всякого сомнения представляет собой апофеоз роскоши и мощи. Самый быстрый кабриолет в мире не признает принятых границ, а устанавливает собственные. Автомобиль оснащен семиступенчатой коробкой с двойным сцеплением. Его 8-литровый V16 с двойным наддувом производит ужасающие 1250 ньютон-метров крутящего момента, разгоняя болид до рекордной скорости 400 км в час. При торможении задний спойлер работает как аэродинамический тормоз, что позволяет остановить машину всего за 10 секунд. Элегантное стреловидное лобовое стекло и заднее стекло соответствующей формы и размера обеспечивают идеальный обзор и отсутствие турбулентности. Let's go.
направлении вашего движения. Потеряли его. Нарушитель в туннеле. Ведем поиск.